Всем салют, друзья мои! С вами канал «Китай стал ближе» и это Владимир. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием. Регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Что ж, пришли очередные посылки, а очередные посылки заказанные уже не мною, а заказанные уже, как бы сказать, покупателями. Посылки заказанные не мною, эти посылки по программе посредника, то есть люди заказывают через меня, я получаю и отдаю им. Им меньше проблем, не ходить на почту, ничего не делать, сказали какой товар, я заказал, отдал и все. Ну что ж, это все лирика, давайте приступим, откроем посылку. Значит, вот эта посылочка шла две недели, и что-то я не вижу, во сколько она оценена. Оценена она в $10. Эти все посылки, ну, довольно-таки дорогие. Ну, как дорогие, по крайней мере, не доллар, не два, а больше $10. Так что все трек-номера отслеживались. Все они запечатаны, все они шли чинопост. Давайте откроем и посмотрим. Здесь посылочка переклеена скотчем, но скотч переклеенный, так я понял, при отправлении, поскольку этикетка наклеена уже сверху. Раз этикетка наклеена сверху, значит клеили уже при отправлении. И вот, это футболка. Это футболочка, беленькая футболочка. Или не футболочка, сейчас посмотрим. Это вот такая вот футболка с кармашком. Прикольненькая футболка, заказали у меня ее. Качество тянется, прошито хорошо. Ну, не очень хорошо. Да, в этот раз поспешил я, хорошо прошито. Шовчик не очень ровный, но благо он изнаночный, так что я думаю, не будет особо видно. По запаху пахнет. Пахнет клеем, такое ощущение, что ее в клею искупали. И вот здесь вот сверху тоже неровный шовчик. Такая вот футболочка. Ссылочки будут все под описанием. Можете зайти и посмотреть, если кому что-то понравилось. Ну что я хочу сказать. Футболочка такая полусинтетическая. Я не скажу, что это хлопок, но и не чистая прямо синтетика. Вот рукава прошиты ровно. Немного торчат ниточки. Сделаю фотографии футболочек и обязательно выложу, покажу. Также, да, друзья, еще есть группа ВКонтакте. Ссылка на эту группу будет под описанием видео. Заходите и смотрите. И выкладывайте там фотографии своих посылок. Там будет создан фотоальбом, куда можно выложить фотографии посылочек своих, которые вы получаете. Будем обсуждать там что, как, что, почем. Много вопросов на Ютубе, именно под видео о спорах. Если кого-то интересуют какие-то вопросы по спорам, обращайтесь, всегда помогу. Значит, первая посылочка была вот такая вот классная футболочка. Давайте откроем вторую посылку. Мне больше интересна вторая посылка. Подпишись на канал, нажми колокольчик оповещения, и ты узнаешь первым о новом вышедшем видео. Нажимайте колокольчик оповещения и узнавайте о новостях первыми. Вторая посылка, я не знаю, за сколько дошла, поскольку трек-номер я почему-то не отследил. Но должны заказывать были куртку. Вот хочу посмотреть, она это или не она. Давайте как-нибудь аккуратно откроем, потому что так вот плотненько запечатано. В этом пакетике еще один пакетик. Да, здесь куртка. Это куртка, друзья мои. Это заказывали у меня с работы. Это закос под кожу, я так понял. Должна была быть кожаная куртка. Ссылку я оставлю под этим видео. Можно будет посмотреть. И давайте посмотрим, что же такое китайская кожа. Вот это вот закос под кожу. Пахнет синдипоном, очень-очень тоненькая.
что если где-то что-то зацепить, то я думаю, сразу будут затяжки. Давайте посмотрим, что написано на лейблике. Значит, 30 градусов стирать. Ничего такого особенного. Элечка. Пуговки. Но тонюсенькая, прямо вообще очень тонкая куртка. Внутри имеется прокладка. Подкладка. Внутри имеется подкладка. Бирочка. Шовчики все аккуратные, ровненькие. Надо будет сделать, обязательно сделаю фотографии и покажу вам фотографии уже, как оно будет выглядеть. Давайте посмотрим пуговки, молнии. Молнии латуневые. Замочки, ну как всегда на таких латуневых молниях, они работают туговато, их надо смазывать. Кармашки. Вот здесь мы видим, маленько неровно пришито, неаккуратно. Видите, торчит ниточка и торчит край этого материала. Что это за материал? Это даже не прессованная кожа, это какой-то голимый кожзам. То есть не на натуральную кожу, даже не на прессованную кожу. Даже, я бы сказал, это не эко-кожа, это какой-то кожзаменитель. Причем очень-очень-очень-очень тоненький. Где бы найти краешек? Вот он. Вот такой вот материальчик такого рода. Видите? Это что-то на ткани, какая-то основа наклеена. И вот это все выдается за кожу. И стоит она там прилично. Я скину ссылку, что-то порядка около 3000, по-моему. А может быть я ошибаюсь, но что-то я смотрел, она нормально стоила. Скину ссылочку, ссылочки оставлю в описании, кому, если вдруг понравилось и кто-то хочет приобрести такую, ради бога, ссылки будут в описании. Дошла она быстро, то есть он мне сказал, что заказ сделал, то есть он просто делал заказ на мой адрес. Вот, ну конечно, пошито отвратительно, видите, как все неаккуратно. Это вот клапан, который закрывает молнию. И прямо под этим клапаном вот так вот неровно все сделано. Торчит. Ну вообще, что я хочу сказать. Я думаю, летом, жарким летним вечером надеть ее можно. А вот так вот даже осенью будет в ней холодно. В общем, вот такая курточка. Какие возникли, если вдруг по ней вопросы, пожалуйста, говорите, я отвечу. То есть еще сделаю фотографии. Фотографии также выложу в группе ВКонтакте. Можете посмотреть, зайти после опубликования видео, выложу ВКонтакте. Фотографии будут выложены в группе ВКонтакте. Хотите узнать о видео о будущем первыми, нажимайте колокольчик оповещения, и при выходе видео вам сразу придет оповещение. Так что заходите, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчики оповещения. А с вами был Владимир, канал «Китай стал ближе». И сегодня были вот такие две распаковочки. Еще раз скажу, ссылки на товары будут под видео. Заходите, покупайте, смотрите. А на сегодня все. Всем пока, до новых встреч, друзья.